Дедушка. А ну тяни дедушку. Тяни, тяни, тяни. Так. 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 Бабушка и дедушка. Клади. И была у них кто, Маюша? Это кто такая? Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Курочка, да? А ну давай помогай. Бабушке и дедушке курочку. Курочку. Так. Давай клади. Между, да? Посрединке клади. Вот так. Только курочка ж на крылышке не будет лежать, Маюш. Давай мы ее перевернем, чтобы она на лапках у нас стояла, да? Ну, так. Устраивайтесь. А вы скажите, чего вы хотите. А что же они хотят? Что хочет? Яйцо они хотят. А курочка говорит, я снесу вам новое яичко. Какое, Ариша? Простое яичко. Так, ну давай всех героев сказки вернем в их домики. А ну давай, где тут бабушкино место, где яичко должно быть? Умничка, молодец, здесь яичко у нас лежит. Дальше. Курочка где сидит? Так, хорошо, сади ее на место. Дальше, дедушка где у нас? Молодец, Ариша. Замечательно. Дальше бабушка. Так, дальше. Кто это? Мышка, да? Мышка. Всех посадила на место. Замечательно. А скажи, пожалуйста, сколько у нас яичек? Одно. Ой, молодец, все получилось. У тебя, давай посмотрим, там яички еще есть. О, пустая корзина. Давай мы с ней корзину пустую Алисе отнесем. Неси Алисе корзину. Где Алиса? Давай. Алиса, смотри, мы справились с задачей. Ника, смотри, у нас тут еще яичко укатилось. Нет. Давайте, где его домик? Нет, мы же... Нет. Нет, Маюша, нам нужно его положить в домик. А ну давайте его вернем. Смотрите, нам как раз одного яичка не хватает. Вот. Угу. У бабушки и у дедушки много яичек. Давайте. Давай ищи, где пустой домик, Маюша. Ласка, не ищи, внимательно. Где пустой домик? Давай теперь левой получится. Умничка, молодец. Тебя все получается, Ариш. Еще.
Давай. Молодец, Ариша! Умничка! Возьми ложечки, похлопай себе, какая ты молодец! Нам нужны какие, Маюша? Нет, белый нам не надо, нам надо желтый. Никого не забыла, Ариш? Никого? Бросаю высоко! Красный! Бросаю высоко! А Майя? Майя? Нет, Маюш, на тебе оранжевый, оранжевый. Бросай! Давай, давай! Ой, какая умничка! Маюша, пошли там еще. Один, давай. Один белый. Молодец, Маюша, поделилась. Маюша, белый. Бросай, а ты синий. Давай, белый. Белый. Да. Умнички, давайте посмотрим, как у нас чисто. Какие девочки умницы, молодцы. Как и трава. Трава какого цвета, Ариш? Трава. Не, ну осенью может быть и красная трава, но летом, давай вспомним, летом травка какого цвета была? Огурчик, молодец. Огурец и трава какого цвета, Ариш? Зеленый, умничка, собери все зеленые шарики. Давай сюда, сюда, Ариша, сюда, высоко. Видишь, они откуда укатились. Умничка, давай еще. Так, теперь левая ручка. Нет, левая. Ага, молодец. Еще есть как огурец? И еще. Так. Увидела, какая ты внимательная. Так, давай, два вместе, Ариша. Ариша. Еще один увидела. Сколько у тебя шариков, Ариш? Три, да? Так. А теперь давай два вместе. Один и второй. Тянись двумя ручками. Умничка, молодец. Ариша, теперь нам нужно собрать такого цвета шарики, как снег. Снег. Какого цвета? Нет, снег синий. Нет. Снег. А колготы у тебя какого цвета, Ариша? А шарики какого цвета? Белые, конечно, белые, как снег.
раскрылась. Давай еще одну бери. Да, давай, вкладываем в пальчики. Вот так, смотри, дальше на одну ушко, а указатель на второй. Давай. И смотри, какой красивый гребешок. Деревянный брусочек. Так, а ну давай с тобой построим забор вокруг нашей уточки. Смотри, какой у Оли забор. Видишь, как Оля строит? Мою уточку лисичка не заберет, а Маюша давай строить. Давай строить вокруг уточки. Давай, давай, молодец, построила. Рядышком давай еще построили. Так. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Два гуси ножка, ножка. Один серый, другой белый, спрятались в канавке. Один серый, другой белый, спрятались в канавке. Кричит бабуся: ой, пропали гуси. Один серый, другой белый, ой, пропали гуси. Выходили гуси, кланялись бабуси. Один серый, другой белый, кланялись бабуси. Один серый, другой белый, кланялись бабуси. Слушай, давай покушаем.